Подсохли наши листики, выписали мы надписи, и теперь начинаем подбирать под определенную надпись наши листики с нашими рисунками. Вот мне понравился этот листик для этой надписи. Я нарисовала конвертик с цветочками. Вы можете дополнять рисунки, можете просто оставить разводы и сверху написать, вот как здесь я написала. Либо какие-то детали дорисовываем. Вот. Наши ангелы всегда с нами. Здесь я перышко дорисовала, написала. Здесь вот просто разводы, я дорисовала палитру. Здесь вот мне понравились, я нарисовала воздушные шары. Здесь вот был цветок, вот просто в ляпках этих пятнах я увидела цветок и прорисовала его маркером. И получилась такая «Найди время для себя». Здесь я дорисовала девушку, платье. Это были разводы, я дорисовала ей голову, туловище, шарфик и сделала надпись. Здесь я увидела бабочку, крылья бабочки, просто дорисовала маркером крылышки. Фантазируйте, и у вас тоже все получится. Вот здесь, допустим, да, тоже мы видим цветок. Можно цветок и сделать какую-то надпись. Можно поверх просто нарисовать, что вы хотите. Можно оставить так, как есть.